Далай-лама говорит, что смысл жизни в самой жизни. А мой учитель, что атмосфера — это люди. Ты хороший. Все смешалось в доме. Люди, кони. Я продолжаю разгребать архив наших путешествий за 2022 год. Напомню, что мы летали на Дальний Восток. Сегодня пройдемся по набережной. Служил ямщиком, ко мне постучался косматый геолог, и, глядя на карту на белой стене, он усмехнулся мне. Он рассказал, как плачет тайга, без мужика она одинока. Нету на почте у них ямщика, значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Ночью по лесу идет сатана и собирает свежие души, новую кровь получила зима, и тебя она получит, и тебя она получит. Облака в небо спрятались, звезды пьяные смотрят вниз, и в дебри сказочной тайги падают они. Небо.
скачущий небо под ногами. В лужах разлетаются птицы с облаками. Осень, я давно с тобою не был. В лужах разлетаются птицы с облаками. Осень, я давно с тобою не был. Осень, небе жгут корабли. Осень, небы прочь от земли. Там, где море тонет печаль. Осень, темная даль. Что такое осень, это камни. Верность над чернеющей невою. Осень, но напомнила душе. Осень, я опять лишён покоя.